Так, рассмотрим схему подключения в нашем случае. Значит, вот эти три входа, это у нас от внешней сети. Они поступают на переключатель стабилизаторов. И со стабилизаторов у нас есть выходы, которые приходят. Первый выход, первая фаза идет на байпас, соответственно, вторая фаза идет на байпас, и третья фаза туда же идет. Здесь мы получаем прямую работу в режиме байпас, то есть без участия инверторов и реле. Рассмотрим вторую часть при помощи инвертора. Значит, вот это забирается отсюда фаза, белый провод, он идет у нас на инвертор. Это переключатель инвертора. Включатель, автомат 63 ампера. Значит, от него уходит вниз и пошел к инвертору. С инвертора фаза у меня возвращается коричневого цвета. Это вот она. Вот она приходит. Приходит на вот этот автомат второй, который стоит после инвертора. Значит, соответственно, с него мы снимаем вот один провод, идет напрямую фазу, то есть соответственно работу и на нагрузку. И на нагрузку уходит. Значит, на работу реле у нас задействованы вот эти проводочки. То есть, значит, вход 2, А2, он соединен с кабелем, который идет на фазу. Соответственно, то же самое и на третьей. То есть, также вот она, третья фаза идет сюда, принимается. Также с фазы мы берем нагрузку на контакт 2. Соответственно, и здесь же, также на контакт 2. Дальше. Сверху, ну, соответственно, питание реле, вот оно идет, это на нейтраль. Дальше контакты 1 у нас обнены с R3, это с инверторной частью. Так. С инверторной частью. И они идут у нас на вот сюда, на выход. Так. Вторая. Да, вот она, вторая фаза. Вторая фаза и третья фаза, вот она пошла. Третья фаза сюда. То есть, соответственно, при работе в режиме ON, когда я переключу, значит, все у меня пойдет работать от инвертора. Все фазы будут задействованы от инвертора, потому что они вот соединены. То есть, в принципе, все просто и, так сказать, вполне достойно. Единственное, конечно, переплетение проводов, но ничего страшного, это все рабочие моменты.